Сейчас Бьорн, Бьорн, Бьорн. А куда первый? В маги грул. Маги, как всегда, господи. Угадайся на ура забьет, наверное, еще. Не знаю. Так, настроили мне маги будут, а я. Я иду магу. Я тоже магом пойду. Подожди, ты сейчас урога идешь? Да, Форест Флоу 4. В смысле, у него шамы, нет, я его на шам одевать буду, Фореста. Форест хилить будет, но нету Т4. Он об этом в курсе? Да, он писал, я с ним переписывался. А чего вы так пульнули криво? Где танк? Лежит. Встали, побежали все. Да и машу. Кто пульнул? Кто дал команду пляс? Да, так ты же сказал, идите чистите трэш. Ну, так, даже засуманить людей, не? Где все хилы, блядь? А? Все здесь, блядь. Я не вижу ни одного хила. Я только вижу карася и все. Ох уж это джаз дуот. Давайте выйдем с инста, может. Быстрее выходите с инста. Не уверен, не пляс только много, дуат. Да он только одну пачку запомнил. Достал нож, режь. Понял, ногу ссы. О, порошочек пришел, еще один хапал. О! На флорит уже точно. Хотя можно порошочку забрать. Да. Сейчас можно отправить кого-нибудь на забег. У кого от винов давно ли что-то. Форест, сколько у тебя Т4 на Растрашаму? Мне один кусок тоже нужен. Я отдавал мне парни. Тебе какой кусок нужен? Мне или грудь, или ноги, чего придете все. Понял, хорошо. А, Форест, тебе вообще все куски нужны, да? Ну, по сути, да, как бы, если... У меня уже достаточно таких предметов. Ну, ты шамы нормально хилишь, да? Да, серебро пока нужно. Там по хилботу там много ума не надо, как бы. Я хилил на их, до этого на X1 играл, так же на шаме. В какой гильдии? А вдруг это черные? Помню кто его? Видели, тоже бегали. Они просто на ум. А? Тут распались мы как. Кто помнит ученого? Кто это такой? Ну, пишет мне, я вернулся, давай в гильдию. Я ебу, кто это такой. Круто, чел залетел, блядь, вернулся. Ну, знакомый ник, наверное, с нами был на открытии. Охуенно, блядь. Это не брат Гудлика? Ты чё? Подожди, это с этих, блин. Алин, это врач человек, нет? Это чёрный был у вас ДК с вашими с методом. А это разве не Абуламов у его брат? Нет. Ебать, шутка, нахуй. Посмейтесь, подпряжите парня, блядь. Абула, брат, я тебя клёв, блядь. Дайте каску, которым голошок. Я тебя поддержу. Шутнику дайте, блядь. Абула, я не нашел этот на видосе момент, где ты про этот стихи читал вчера. Вчера а видос я был? Да вот записывал видос, как бы. Да? А, ну так что, я нужен или нет? Ну блин, ну сейчас не в первом ряде не нужен. Во втором. Ну, мне сову надо куда-то пихнуть. Дала как шантаж. Ну, давай сейчас тогда сделаем по-умному. Абул на замену, у него один персонаж. У меня два персонажа, у меня друид есть, я сейчас зря проходку делал. Блять. Может Алину посадить туда на твой рейд? Да ладно, садись. Подожди, стой. Да я могу не идти на сове, вот. Пусть идет Абул. Так нет, блять, мне проще взять, чтобы два флоу хрида было, а не один половину. Идеально. О, да, дружище, давай ты на замену тогда. А тебе шамана ты не апнешь, блядь. Почему, блядь, на двух часах будет ходить два окна? Хотя второй не пойдет, не, подожди, второй не пойдет. Мне же нахуй не надо, хотя поезд бы я... Хорошо, давай тогда идеально. Вот, так, у нас хилы два хапала, неутмимая крась будет, да. Идеально во второй не пойдет. Драннер. Во второй рейд сходишь? Да. А у нас сзади моб убежал, я не знаю, кто вот филил так чудесно и прекрасно. Я его затаунчу, не филил. Раннер не слышал. Да, я смогу. Хорошо. Танки, куда ушли, блядь? Я вам, блядь, тюремщика веду филинова. Сюда не иди, он уже все внизу, блядь,
Че, мне на сову прыгать? Да, прыгай ты на сову. Кикни тогда. Там уже. Все, те, кто не попал в рейд, тут второй рейд. То, что у нас это там поменяют эти вилочки, да, старые. Да. Так что, получается, расу пока что не меняют. В среду поменяют, в среду. Так же, как и ДХ. Да нет, ну, в течение двух недель же написали. Да, написали. Резите, флешинга. Так, сейчас поставлю метку. Нек, у тебя шипей же есть, да? Ну да, шипей есть, надо там холик ПЦ сделать. Ну, шипешки на шипы пошел. Потому что у меня совы не будет. Сейчас? Я могу. Нет, вторым рейдом. Да, окей, окей. У меня сова есть, что есть. Что там все вагоны? У меня? Да. У меня 206-я сова или 8-я даже. У тебя же есть этот вар. У меня и вар есть, у меня и пал. Ну, покиди вара, мне ничего не нужно будет, а больше варов не будет. Не, раскинь, пожалуйста, людей по меточкам, я отойду буквально пару минут. Там, да, я ебану срался. Вара не надо. Я же скинул, я зачем за няню, блядь, там что-то самое. 5 часов нажали, кто может на метку стать. Профессионально, а то я сейчас себе сам назначу. Хуйня будет. А, ладно, неутомимо. Мы с Абулой можем. Да сейчас, блядь, ага, я в жизни не тыкал, нахуй. Бля, пизду, бля, вот эти... А в Гудлика? А Булл сразу две может тыкать. Да. А есть какого масла мазануть носок на разок на этот? На АП? Я думал, надёжка, блядь. Зорки, ты эксперт. Нет, я не пойду, ну нет, мне лагает, у меня, блядь, пинг 700, нахуй. Да, блядь, нахуй, нужно было раньше этот, блядь. Сними метод, да, позорься. Да, что ты мне хочешь? Было, что ты мне метод даешь, Була? Все, блядь. Да-да-да, кинул, ага. Я говорю, поставьте те, кто не дамажит, гуглит. Все, зорки, блядь, до свидания. Маш, да, ну... Да, ну давай, сейчас. Так, кого еще подушить? У меня просто одна осталась. Да. Бля, еще ГП дадут, пиздец. Да я не знаю, кому еще за руну. Я не знаю, где флеш, ты будешь на трусах. Понял? Ты будешь дать. Дарю, спасибо. А я в квадратике буду. Ты можешь отдыхать просто там, стоя в ФК. Я буду в ФК стоять. Но... Хотя подожди, стоп. Переобулись, да. Трусы, карась будешь ты тыкать. Хотя карась. Карась, давай, я в тебя очень сильно надеюсь, верю, что ты сможешь это сделать. По кикам костов, черепок у нас будет кикать дуат, а крест у нас кикает абуламорфу. Трусы нас кикает Помпея, это правильно, Помпея. А квадрат у нас кикает Рокс Тефурик. Да. И кикаешь квадратик, и Луну у нас кикает Кимсик. Запомнили? Так, я тут, так, я на квадратике, да? Подожди, я, нет, на квадратик я. А, остановись, да, на квадратик ты, Бьёрн, да. Давай. Все, всех назначил людей. Да, по меткам, кому кикать, все раз начал. Угу, давайте, очень заходимся. А рыбку, бля, рыбки я не взял. Есть рыбу? А еду? Да, не, же есть рыба? Ну я нет, ничего не брал, я чё, профессионал, что ли. Бля, вот, поставлю рыбу, кушать рыбу. Я потом, бля, закуплюсь. В банке есть глина. Да, блин, глина нахер надо. Бичевской фласки нету, блядь. Ёрн, дай мне, пожалуйста, два настоя, я потом закину за паладина, буду мне на палец. Ой, забей, блядь, это не тот контент, где банки пить надо. Так, там место есть, а то что-то я припоздал. Будет в втором рейде еще, второй рейд будет. Если ты мейн, то обязательно попадешь в рейд. Есть у кого лукашные на СПД, дайте, пожалуйста. А было?
Я на сове. Буду ловить, блядь. Ковараджи. Гасни лапу, блядь. Я уже дал. Спасибо. Флэш, дуат, рембизер. Ребята, давайте быстрее принимайте. Рембизер. Флэш. Так. Лапа есть, блядь. Посмотрите, раскройте свои деньги. Я только что дал лапу, ребят. Кулака нет, кулака нет. Блядь, ну что ты стоял в лосе, рембизер? Ребафните его. Все, я запускаю. Вэмпл включил. Все, ребят, у меня времени столько нет, у меня еще коржан здесь надо сделать. Кимсик первый, кимсик первый на пул сдаешь, я сдаю дальний. Абула бомжей. Долго вызываешь. Так не, этих не было, блядь, как его. Не фиряйте, мобов, зачем вы фиряете? Блядь, вы пиздец, нахуй. Стакайтесь с этими големами, чтобы они уешку получали. Вот у нас Тройдека. Лос, дай бомжей. Дал. Ну, не мог. Конечно, могут, потому что они, видите, где они стоят. И играем ничего не будет. На пулу, знаете, еще раз. Он ты дал бомжей? Не фиряйте, мобов. Пойдите себе в зеркало лучше, спугайте. Крась, нахуй ты БР потратил, скажи мне, пожалуйста. Я случайно, я не знал, что у меня на этой кнопке БР. Помянем. У меня аддон на этом компьютере не настроен. Когда в батьком сел. Весишься быстрее, Пати. У нас есть целых 30 секунд. Пудлика ресница. Забафли Гудлика и Павлока себе бафы дали. Быстрее лапы, там просто бафы. Там кто-то кулак сбивает. Я уже третий раз перебафиваю кулак. Хуй знает, я убрал себя, смотри-ка. Зорки, хочешь, я могу встать? Давай я встану. Не, ладно, блядь, ГП хочешь, я постою. Но... А бафните два-то, и паладин, и друид. Друид есть, паладинов нету кулака. Спасибо. Я в вселенной за бомжа я сдал. Плохая, блядь. Гудлик, можешь чуть-чуть поближе ко мне стать? А, все норм, не надо. Все, ты можешь. Я тебе бил куда просто. Нахил. Так, Крась, ты у меня отвечаешь за людей, которые кубики жмут. Охотаешь. В смысле? Ну, я ж на трусах. А, ты на трусах? Ну, охотай рядышком себя и рядом стоящий метод. Того парня, я понял. Че, Геру, может? Вчера оно. Теперь давайте Геру. Готовьте пружинку. Сай. Готовьте кубы, сейчас будут. Немножко подведу. Вот так вот. Куда он ты, сука? Нажали, нажали. Сбили. Держим. На пул дай, Нивер. Рога тоже на пул дай. Сейчас его немножко откачивают кубика, неудобно тыкать. Прохиливайте рейд. Не то мимо, там себя тоже за ДЦ, что нормально. Прям на куб полез, блядь. Вот козел, блин. Ну, блядь, страшно, ой, блядь. Крась, дай БР, а, я понял. Гарри, дай БР. На его скинь агро. Отхиливание, готовимся. По нейрлайну дайте кулачок, касочку хотя бы. Откидывание было, не вело. Поржали кубы.
нажали. Держу. Станьте по кубикам. Кимчик на пул, давай... Прожали. Прожали. Кто-то не нажал. Не нажал, если ты лима. Лима не нажал. Зорки ГП. Зорки, привет, блин. Зорки, ты не добежал, не наебываешь, не нажалась. Что? Не нажал, вот я лежал, не, я отсюда два раза жал, блядь, третий раз не нажалась. А нельзя два раза жать. Ты... Не, а этого первого два раза, когда луч был, я вот так же стоял и в третий раз не нажалась. Она горела шестеренка нормальным цветом. Хорошо, и дебафа, и дебафа не было. Сами беги быстрее, я проверю, дебаф есть, нету. Если есть дебаф, все, я ГП даю. Ладно, дебафа нету, хорошо. Я что-то вижу, что есть дебаф. Зорки катку заруинил просто. Так я при чём? Я жал, не нажался. Да ладно, всё, не отмазывайся. Мы пусть все я остановлюсь, что не дамажу. Ну что? Он этого и добивался. В смысле добивался? Но я жал, не нажался, блядь. Бля, пацаны, давайте речь темпи вас. То же самое, пока сам. Свои метки. Так, бомжи. Откатились у вас бомжи? Да. Когда бомжи? Расскажу когда. 4 минуты еще. Первый дает у нас Влад, второй Лос, третий Акула. У меня нет бомжей, 4 минуты. У кого есть бомжи? Тутлик есть. Лос есть. Лос даже бомжей по команде. И Помпей. Так, рыбку, товарищи. Я могу вместо бомжей. Ладно, я, блядь, на аукцион, суманите меня. Алмери, Стальгорн, дай портал. За рыбу, за товарищи. А чё, у нас это в ГБ, что ли, её? Нету её в ГБ, блядь, я не закупил. Сейчас это оставлю. Чё, регенерат, можете просто портал мне поставить. Что? Что хочется делать, что в ГБ нету у рыбы? Хочется быстрее, бля, получается, как всегда, бля, через жопу всё. А успевай, пацаны, магики! Ну, вот ты когда в ВВК пойдёшь, нет, в воскресенье? Рома. Чё, 34? Да. У тебя год 34? На друида есть место? На рестор? В следующий рейд. Это кто спрашивает? Карась. Так ты в рейде. Ну, так ты в рейде, блядь. Нет, я имею в виду на ИВК. Не-не-не, тебе еще рано туда. Пока нет. В смысле рано? В прямом. В смысле, у него 244-й. В смысле, рано. Вот как будет хилить, как идеально, пожалуйста. А, это мне камни переделать. Я камни неправильно вбил просто. Но я уже переделал. Ну вот. Но ты я сам... ему могу камни доделать до воскресенья. А при чем тут камни? Мне надо, чтобы он хилил как идеально. Ну, чуть-чуть хуже. Или как Лакрима там, допустим. Как Гудлик. Вообще не вопрос. Как Гудлик. Вот я тебя возьму, в принципе, в этот самый, на валика. Я посмотрю, как ты ебушки весь. Там, может, друг был божат просто на валике.
Вальки, а, понял. Угу. Валькири, которая. Да, да, не, я думал, это один босс какой-то. Тебе нужно хилить как Рейнбизер, то есть никак. Падам-пум. Я говорю, что желтый там уже нахилишь. Бурый какой-то, блин. Что, Рейнбизер? Киньте сум. Сейчас, вроде бы. А релог не скину, да, сум. Я просто все игры ни разу не играл это на этом. Warcraft. Что такое хип-хоп? Направление музыки. О. Левое. Куда направляется? Налево. Понял. Так, ставлю рыбку. Рейнбизер, топор не очень. Вот его в бро пиздатый, бля. Бля, пипец точёный, блядь. Ты жёлт. Мне нужна гильдия, кинь мне гильдию. Я был в ГИ еще до открытия Ульды. Вот и может и был. Если не знаю, то не Не помню, это ученого. Пики точеного. Заходите себе, это самое херня это. Друиды, можете лапу бах? Дриды, алло! Сейчас ГП, бля, полетит. Дали лапу, только что дали лапу. Теперь вижу по себе. Так, все, поехали. Так, ну, бомжи у вас откатились, я думаю, да? Не слышу, ДК? Да, да. Два бомжей. Обула бомжей. Обула бомжей! Достал я, блядь, ты что, не видел, я кастую? Ты меня бьет сейчас, бьет. Лос бомжей. Я не нервничаю, просто я смотрю, что големы пошли в РД-зону. Я спрашиваю, где бомжи. Ну, они ком пошли, чтобы он как нов активировался, зазреваешь мобов и сразу босс активируется, было вообще идеально. Если ну, да. ДБМ не сломан, нормально все через 10 секунд. Бля, у меня неправильно сказала. На пул проебал. А сейчас можно на пул. Да, у меня на пул, когда уже. Опа, парирование, спарирование вот так. Ну, средства нехватка у меня, значит. Да он за куб завезли. Ой, блин, ладно, так потыкаю. Уже нормально. Скажите за 7 секунд до нажатия кубов. А, хорошо. У меня сломан добавил. Тут он больно, блядь, бьет. Дайте геру. Сколько там до кубов? 15 секунд еще. Стали по кубам, ждем. 7 кубов, 7 секунд. Примерно. Жали. DPS дали. На пулы. На пулы давайте сюда под куб, потому что я держу сам куб и агро я не набираю.
поэтому все равно пугается сразу. Я в этот тыкаю вместо зоркого. Ну туда, значит, на пугай. Кто под рожу подлетел? Ну-ка, уйди отсюда. Быстрее покатим, в смысле. Так, сейчас откидывание. Буду через секунд 15. Там кубы. Идите уже по своим кубам. Сейчас откидывание, сразу кубики будут. Тык-тык-тык! Нормально. Я вам, блядь, дам нормально сейчас. Следующий опять назову не идет. Ну хоть в героике тут проще кубики прожимать можно. Там. Не надо так быстренько нажимать, там можно немножко через секунд 5-6 нажать кубик. А тут скучно. Тоже можно через секунд 5-6. Нет. Да, тут вроде 3 секунды тоже можно. Тут 3 секунды, там больше времени не дается нажать кубик. Да не, я просто до костровую верный, поэтому чуть-чуть. Просто лучше докастовать, потому что бывает багается после каста. Так, сейчас рефаза будет. Встаньте на всякий случай, сейчас уже покатайтесь по кубам, кстати. Сейчас потолочек. Сдам я вам машины. Чик. И, возможно, сейчас кубы будут. Нажали. Держим до конца. Невера, прохилься, блять. Крась, какого хера? Слышите, какого хера? Я до него не достаю. А, точно, ты же не включаешь. Ладно, хер с ним. Все, добивайте босса. Ведь тут больше не будет у нас кубов. Если что, луну там пострахуете на всякий случай. Блин, топ 5 на кубах давал, ну камон. Зарон, ты ДПС лучше? Достаньте по кубам, на всякий случай, призыв. Да нет, это бьете уже там 10 тысяч, понятно. Все, давайте, короче, летим сразу на грула. Опа, ачивочка, ачивочка. Что там? Кто там? Кто там? Рейтните, пожалуйста. А хер его знает. Давай возьму. Типа у меня... Паров падает. Ой-ой-ой, блядь, надеюсь, во втором рейде тоже будет. Ну, сейчас упал, блядь, на варыш. А дальше не выпадет уже, сука. Эти вещи не связаны между собой. Связаны. С духом 245-й надо кому? А Штормград поставили или Ренегат, улетите в этот, отдохните там. Наспик. Варжи зрит. На мейн спик сначала. Да. Рокси забираешь? А у меня есть. Все, хорошо. Сейчас бы таки нам уходить на успех. Годлик пиписька меряется на магике. Голова Максиридона. Годлик на Жиракзусе посмотрим. Ауры, Ремизер. Годлик, лучше бы ты тотема не искал бы. Че, я посмотрю. Забой. Дойдешь на моего уровня, тогда будешь со мной базарить. А у меня сок. Я тебя хилить не буду, маленький. ГГ снип, кинь ролл. Хорошо, дам.
Надо хилить. Я сам. Так, за рун. Приору выше. Здесь у меня три парирования от этого, от Мортала было, я ХДПС проебал из этого. Откуда у вас парирование? У вас чувства нету, что ли? У меня не докап. Да, я вот смотрю, у флеша тоже там дофига парирования просто. Он криво стоял. Гигас не брал жезл на лице в спек. Так у меня вроде вообще нету парирования. Так, все, идем дальше. Быстрее. На магика, потом миг. Так, на ике у нас два человека отлетят, кстати. Так что будете хилить три хила. А знаешь, зачем парирование? Потому что бывает, если встал херово, тебя начинает откидывать. На бок откидывать, и ты в бок уже херачишь его, блядь. Получается, что это... Скользящий удар, да? Что у тебя за вода там стекает? Кто там в ванной его сыграет? Ну. Это Гудлик. Да, карась. Гудлик, карась. Игра началась. Это Гудлик плескается там с уточками. По-любому Гудлик там, блин. Да нет, это Гудлик. И опять, блин, самым быстро разогнал, это было 0.9 сейчас. Витя, а что у тебя с ДПС? Что ты так мало дал 9 чем? Да потому что херово стал. Народ, а чего вы там говорили, что они двух недель поменяются? Эти расовые, что-то я полистал, нигде не написано. Новость открой. Про ПВП читали, там это... Написано, что в течение 2 недели закончится сезон, изменится расовая ПВП. Что вы решили в это время, кем вы будете играть в новом сезоне. Понятно. А где посмотреть, что за новые расовые будут? Дейвер скинул гильчат. Да, там посмотри. Сейчас, ой-ой-ой. Блин, я еще старый не отфармил, уже новый. Зорки, ты посмотрел? Топовые гоблины. Что посмотрел? А сколько стоит, получается, рерас? Что там на кастеров? Или бесплатно? Never. А люди? Вроде эльфы нормально. А человек? Да человек же хуй идет, не? Там двор, если поставить, вроде неплохой, с того времени. Лагаешь имперс сильно. Так, человек, сейчас посмотрим, сейчас скажу. Человек, по-моему, хуйня, я смотрел вообще. Ну там прожимка на 5% уровня. Ну то же самое, короче, упорство, труд, меткость, мастерство. Ну для милика полезно. Для танков полезно. Там прикольно, я же говорю, у Таурена. А дальше читай. А ПВЕшная билка, ну, по-моему, шляпная в сравнении с остальными, я даже не читал. А, опасный урон. Наносимый урон целения на 5 секунд. А время перезарядки 30 секунд, длительность 10 секунд. Ну, типа... На 5% ты, Милка, хотел сказать? Да, 5%. А то ты на 5 секунд сказал. На 5%, на 10 секунд. Ну это двор сейчас черного железа, только улучшенный, блядь. Ого. Сила ловкости на 2% дают, да. Слушай, а этот, что там, как его, Таурен, там же так же урон, ну, атака. Там что-то подрезали. Милики выиграют, только если берут человека, все. Лайт имба. Ну, по-моему, гоблин имба, у него ракета, которая, блядь, скелится от АП, это пиздец. Сумоньте, быстрее, сумоньте, поехали. Кого сум, плюс нажали, быстро будет сейчас. Так, все же при сумоне есть. Гарик еще не снял. Это вторая тринька твоя, основная. Ты без топы. Все, го. Чего мне дашь? Нету? Ага, это ренегат? Сделал себе плод чести, нужно, чтобы ты был либо Альянс, либо Ордынский персонаж. Там нет, там на этом, на острове сдается. А, на острове? Да. Ну, на этом, на полуострове, там, как называется, Ренгатский. А для хила, по-моему, Вульпера зашибись будет, если я не ошибаюсь. Да-да, самый пиз будет.
Хуман выглядит как нормально, это то, что корова ебаная. Там что-то прям хил такой нормальный. Да Хуман там, бегает там. Как педик. А вон вы даете особую урону, повышающую на символьный урон эффективность ваших исцелений на 6%. Да-да, хилы будут вульперы все. А милики будут все люди, блядь. Да-да. Суманули зерна. А если мне похуй? Можно ребаф, пожалуйста? Войд, а ты будешь войдом, ёпта. Так, это самое. Ты будешь Зарон, петь его сдал, сдал бошку или нет? Тыкни тебе, пожалуйста, не томи, мой рембизер. Напиши на русском. Да-да-да-да. Войд, когда за вуланера будем? Когда эти рейды закрою. Залпаешь, да? Какая пиздец, хуйня какую придумали, блядь, нужно набухиваться, чтобы сильно, сильнее. Подождите, ты сдал квест, нет? Все. Так, вот троих левых, я двоих правых. Хэпала на меня оба частицу, хилите в основном меня, там по мне будет очень больно плетать. И хилите через танка. Танк у нас у Дефьюри медведь. Так. Первый у нас Олм. Бафните каску. На 4 паладина. Рыбку ставлю, пушится. Обновите баф, пока стоим. А, все, спасибо. Сапотик выпил уже. На пол. Наверное, пулишь в трусы на воде Фюрика. Неутомимый нету еще. Неутомимый пока стоит. Да, выхилите два хапала, думаю. Как раз. Гагасни, дай баф, пожалуйста. Писта баф дать еще. Подожди, Войда куда на пулишь? Что, трусы в него? Да, трусы на пулишь. Хорошо. Сразу не схвались на хилах. Угу. Неутомимый там сейчас подойдет. Подхватит. Все, добавим пол включаем. 5, 4, 3, 2, 1. Геро? Блять, секундочку. Куда вы рветесь сразу нахуй? Где на пул второй, блять, был? Хан, блять, второй, где? Все, вижу, сюда. Теперь Геро дали. Оки, работайте, по-моему, баньте его. Дай. Забрал. Бафа, дайте нам дерну. Надо, короче, ну, перевесить звук еще раз. Забирайте быстрее в череп. Сейчас я заберу. Квесты выбирайте. Контрольте мобовских этих клеток. Если куда-то сейчас. Алмерия, прожмись, там тебя бомба летит. Джу. Нормально. А Войд, ты можешь подальше отвести чё? Что дадим БР, а не откатится? Не надо. Уважаемые паладины, а где Fire Resist? Скажите, пожалуйста, на этом больше Fire Resist нужен. Я умер, у меня был Fire Resist. И когда умираешь, файр висит, висит ваш. Нет, она, они переделали раньше так делать. Ну, прямо жестко так прилетело. Пушечки эти. Я его знаю, 30% на это самое у меня резист файра. Больно с ума прилетело. Да, давайте БР раздадим. В эфире даже БР по... Нет. Никому говорю. Карась по Нирлайну. Гарри по Гудику. Смысл тут БР, это интересно. Давай, давай, я все равно там на угле это не понял. Йоу! Блин, сорян. Я говорю. Выдвигай. Скинь тиннер, по идее. Дал. Ай, вихрь!
Сейчас отведу. Медики, станьте вот лицом к стеночке, чтобы мы не улетали далеко. Жопой. Ой, да, жопой к стеночке. Да, блять. Ничего не вижу. Ничего не видно. Горит, это так вот, ну, это самое. Кнопочки жмешь, ну ты же не в топе ДПС, как ты что там делаешь? Кто? Ты. Кто? Еще один, блядь, тоже ты как те кнопки. Это а я. Я не. У тебя что, у меня слышно? Да, там было слышно, когда там вообще как клавиатура горит твоя. А это скорее всего у меня, я тут все слышу. И у тебя тоже есть. Не знаю, слушай, ну, обычно не было слышно до этого. И в жопе ДПСа, а Зорки одну кнопочку тыкает себе не спеша, да? Иди с Алмерией. В смысле в жопе ДПСа, блин? Ну, в жопе там, в топ-5 не вышли даже. Хотя оба так уже упорно-то херачится. Слышно аж. Паладина там пианино. Оооо. Чё там, с кого служили? Карася сложила. А что ты караешь под ебалом стоишь? Ну что тут делаешь? Меня откинуло сюда. О. Как раз в момент удара. Можно бить? Ну я дал дизарм, я через 5 секунд закончится вам. 2, 1, 0, пошли минуту. Так, Дулат, спикнешься в танка на Гурла самого. Будешь в тринпе титул набивать агро. Понял, да? А, я думаю, вот что стало слышно. Мы настройки слетели на пушку. У тебя AirPods? Нет, у меня Logitech. А дизайн не работает, вышли, отошли медики. Дизайн не работает, когда у него это самое руки. Шумоподавление офнулось, короче. Блять, где донт? А зачем у тебя? Блять, он мне должен посчитать конта, бля, какая профитнее раса будет. По самому состоянию? Да блять, я склоняюсь между двумя, типа, но выгоним, кажется. А потом это самое появляется, что не ДТПС выйти, потому что голову не имеете сюда. Здравствуйте. Да заколебал он. Там калькулятор надо покупать. Там и считайте их. У него прописанный калькулятор просто есть под этот, мы его вместе писали. Ебой! Дайте масс-рез, пожалуйста. Ебай, молоток упал. О, Рокси, ГЦ. Просто первый трай, я первый раз пошел. Дэдбоди не пришел просто, видишь? А Дэдбоди на день рождения уехал. Да, я говорю, Дэдбоди не пришел. Заскриньте этот момент. Заскриньте. Так, Дуат, а ты кто у нас по спеку? Фрост. Ты во Фросте? Так, Т4, подожди, пока Т4. Кстати, на Лока там Т4, четвертый кусок будет на Нево. У Дуата 4 куска есть или нет? Ну, Нелло так-то, не, Нелло так-то не играл сколько времени, а Дуат каждый РТ приходил, я подумаю. Так, значит, я даю Рокси. А нахуя ФДКшки это? Никого. Не, он Т4 ролил. Он про Т4 имел в виду, он покупал. Ну, нахуя ему Т4, я про это. Пойдемте трэш чистить. На ФДК... А, ДД. Мне кажется, хрипаты там у него Т9, нет? Все в Т9. Не, хрипата анхолик, анхолику можно 4 взять. А фросту не надо. Не, я знаю, что фросты только не ходят. А БДК, по-моему, БДК и АДК ходят в Т4. Какие БДК? Типа, сейчас с РПБ уклон других сотов теряет, смысла нет. Так, что у нас там? Улом, Тридон, ВПМ, выключенные, 400 ГП.
Ладно, сейчас разберемся. Где-то плачет один Dead Beach, блядь. Да я ему скинул дискорд. Плащик с духом хаст Ардру и Холи Присты. Очень хороший плащик. Не только Dead Beach. Так, никому не друг. Плечи Хан, ДК, Макчинник, Книжник. Рудник, а ты же Варов пойдешь? Амбула, Помпея. Я уже плачу. Неллу выкидываете, надо, что нет? Не плачу, пойдет. Причем топор. А что вы будете кикать какие-то косты хилам и сведете мобов? Что это за хуйня? Ну, 15, да, сейчас думаю. Там по приору. Ну, таунтите с меня. У Дуата больше приору, у Нелла меньше. Я сейчас подумаю, кому из них дать. Так, Нелла это бог, который... У Дуата тоже 34? Как так? Нелла, Нелла может... Нелла, ты скажи, ты будешь играть сейчас или ты опять в офлайн уйдешь? Ну, вот. Вот, значит, Дуату дай. Во-вторых, это у него твинк, у него мейн же лем. Ну, мейн то лем и лемом, но сейчас он не мейн то лем. Ну, он же локом давно играет. Да, он локом давно играет уже. Понял. Я понял. Ну, ну пожалуйста, ну заберите их. Я вообще считаю его мейн мага. У кого? Протекдом? У шаманизма. Не, он на XT у нас этим шаман уже менял. Шаманизм это Нелла? Да. Не, если бы он играл по активно, я бы отдал бы Нелли. Потому что там больше оплатил. Нелли? Ну конечно, Нелли. Нелли. Шнеля. Юра. Нет, он не понимает, не ночной эльф. У него пассивки залупа. Сейчас топовые гоблины, у них, блядь, 6% крита они дают постоянно. Ну, потому что там постоянно урона носишь. Плюс... Это Нет, на милик. Ну, на ханта. На ханта, ну, да, гоблин 100%. Гоблины выглядят как уёб. Ну да, вот это все беда. А вульпере пиздец касаться. Вульпере охуенно. Вульпер отлично выглядит, да. Нет, для Редрика там, короче, 100% хуманы уже. Да хуманы, для вара хуман. Там да, на миликов дохуя дает. Что пацаны вложили, блять, по 200к голды? Ну, да, на, Тим. Ну я 70к вложил, все. Так, 20 танка, в дефьюри. Получается, ты начинаешь? Да, я начинаю, ты просто лпшками набираешь агро. В дефьюри, в совушку. Ну быстрее давайте, пацаны, блять. Час нахуй, сидим в этом магии гуляет, закрывайте все за полчаса, блять. Ставлю рыбку. Да, уже психавку пробую, простите. Лапу еще раз ребафните. По локу дайте, пожалуйста, каску, рыбу и лапу. Рыба стоит. Лапу бафните. Угу. На пол. На пол пока никого не давайте, я скажу, когда на пол давайте. Карась готов? А кто второй танк? А, я Эдуард. Все, добавим пул. Еще на пул. После первого этого самого даем геро. 4, 3, 2, 1. На меня на пульте пока, Эдуард с лпшками хуярь. На меня на пулю ведь. Вот, больше агро набивай. Торки, куда ты рвешь, блядь? Куда? Зачем диван порвал? Так и там ЛП создает агро столько же, как и там. Нормально, все, Дуат, поддерживай агро сейчас, только не проеби. Абула догоняет просто. Сбежались. Вот надо было сейчас бы пружинкой давать.
Вот там, блядь, это 4 человека стакнул с пиздавом. Выжили. Давайте, Геру. Топорик упадет, интересно, или нет? Топорик хочу, пипец. Истерию дай по неверу по команде. Не, надо тебе истерию? Да не особо она мне нужна. Ну, похуй, можно дать. Кидай ему. После этого, после удара земли дашь. Нерлайн. Пиздец, ага. Что, блин, без ребятки там стоишь? Да они заколебали, нет, да я бегаю стороны в сторону, блин. Завалы везде просто. А где затем он, блин? Да. Пиздец. А, Форест, сюда ставьте там, там в центр, пожалуйста. Не по свою жопу. Ну ты не один в рейде. На будущее тебя. Тотемы, пожалуйста, центр поставь, шума. Под босса прямо. Все на поиск тотема. Да, Гудлика отправьте, он найдет. А я стою в тотеме. Он нашел уже. У него нюх хороший. Не надо было тут на турлисе ставить, надо на захаст лучше бы поставил. Больше ДПС было. Сбежались. Я дай бы. Привет. Машина не успела дать. Привет, Олег. Какой красавчик, конечно. Ну бля, выпрыгнул он удачно. Я думал, мне пизда. Да, я тоже придумал. Не матерись. Нет? Он думал, ему вули. Ой, стрелку. А я. Так, Влад, оф не микро. Ой. Слушай, слышно тут. Ну ничего страшного. Ага. Давайте скоро сейчас утяжка будет. И добивайте вас. В смысле, она была? Сейчас еще раз будет. Уже его. А, значит, у меня ДБМ заключил. Не, вы все равно не успеете выключить. 30 секунд, О, честно, так. Что вы рядом с ними встали так? Ну просто ты ДПС даешь 8000, все. 8700, ладно. На Петрике. Ну, топорик упади. Раз, два, три, топорик упади. Мне на арену надо идти. И токены, ой, ля. Ну, блин, ё-моё. Типа, чего он же твой? Так, шею отдаю только хилам.
Это Хэпал, либо Шам, либо... Почему? А зачем? Ну, шею с острова имей. Ну, нет. У меня нет шеи. Сделай. Ну, так сделай, бля, что ты это самое. Всегда кастерить эти шеи даем хилам. Ну, это вообще как бы да. Мудрое замечание. Я не вижу смысла в этой шее. Маги, поставьте портал. В смысле не видишь? Ну, я в прямом смысле говорю. Не хорошо, вижу. Шея с острова дает тебе прок на 10 секунд, КД 45 секунд, плюс лишняя дырочка, увеличение статов. Что тебе там нравится? При этом жирно дает СПД достаточно, сколько, 300 или что-то около того. Ты выигрываешь, блядь, сколько в СПД, ты посчитай. Возьми калькулятор. 480 сейчас она полкает, СПД. И сколько это? 250 ДПС прирост? Полтинник. Какой 250? Ты чё? Слушай, это прирост к бурсту в любом случае. Так, отдаю порогу Нексу туда. Там у них двух холипалов, ноль приора, поэтому порогу. Химера, что это хуйня. Лучше не бери. Это порога, да, это говно. Так, штанцы, вар, жест, друид. Давайте. Рокси. Рокси у нас мейн, отдаю Роксику. Все, еще один токен, я круг спекусь. Все, один токен остался. Да, мне башка. Ну вообще, да, у меня четвертый бит нас был. Ну это хуй с ним. А ты ордру не носит, это 4. Так что я думаю, тем более у него приор больше, чем у тебя. Я в десятку его вообще. Теперь у Рокси даже пухи лучше, чем у Дэдбича.